Сквер с мемориалом павшим за родину в Кубинке – один из центральных в городе. Он хранит память о солдатах, защищавших эти места во время Великой Отечественной. 204 фамилии выгравированы на мраморных плитах. В 1975 году этот памятник был заложен, открыт. У нас есть даже представители того времени, когда они еще в школе учились, были школьниками, присутствовали на открытии. Совсем скоро жители увидят памятник восстановленным и обновленным, а территорию вокруг благоустроенной. Реконструкция сквера проходит в два этапа. Прежде всего требуется полностью переложить плитку. Плиты, те, которые были, они тоже со временем пришли в негодность. Все мы знаем, что здесь грунты, они все равно гуляют. Плиты, на плитах было асфальтовое покрытие, разрушалось. Сейчас определенный слой бетона здесь залит. Кроме того, запланировано обустройство пешеходных дорожек, размещение скамеек, урн, уличного освещения. Эта зона будет использоваться для семейных прогулок и проведения памятных мероприятий. Ко дню города работы планируется завершить. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».